Здорово, братва. Лойка смотрел батл, да смотрел. Ну, такое себе. Мне просто по факту очень сильно раздражает Галат. Добрый вечер. Вот так вот. Галат бесит меня. Как дела? Нормалды. Мои дела нормалды. Так вот, про батл Лойка и Галата. Ну, собственно, Галат просто, блядь, он меня бесит, я не могу прям. Просто безумно раздражает, сука. Я бы его вообще. Видос драмы нормалды. Лойк, я хорошо к нему отношусь. Ну просто Галат даже, ну, его рэп, ну, блядь. Не знаю. Я не знаю его рэпа, но, блядь. Вот визуально он просто безумно раздражает. Это Лойку не в батлах участвовать. А Галату, блядь, в батлах участвовать. Нашел мне батлового, блядь, пацана. Какой самый сильный батл, я считаю? Ну, я считаю, что, наверное, это самый сильный батл Дуни и Оксаны. Ну, забатлил бы. Думаю, вышел бы с ним. Может быть, фитовал с кем-то с Крыма. Я там знаю. Может, ты кому-то продавал фиты. А может, и не продавал. Не помню я уже. К Окси отношусь? Никак, он меня бесит тоже. Неоправданный, блядь, хайп и все остальное. Вау, у меня классная подставка есть, оказывается. Прикольчика. Во, вообще четко. Гуфака, что гуфака? Что гуфака? Ну, хоть только про меня голос, я вообще что это забыл. А гуфу как-то нормально гуфу отношусь, как ему годно сейчас к гуфу. Нормально отношусь к гуфу. Хорошо все. Все нормально, все будет хорошо. Вот такой вот движ. В рэпе Дуталова. Блять, посмотрим. Посмотрим. Ну раз уже столько пройдено, столько сделано, то глупо сейчас сходить с дистанции. Со Слимом в ВК когда-то переписывались. Рассказать про свой внук проект Академикс. Все. Что рассказывать? Там рассказывать, в принципе, нечего. Гусли по поводу, если не секрет, что по поводу? Что по поводу, если не секрет? А по поводу треков, он там что-то мне писал за мои треки, что типа хуйня мои треки, короче. Просто треки, скорее всего. Сейчас босс скажешь, как он тебе. Бля, да я его давно не слышал вообще уже. Я Сплин слушаю. Ленинград слушаю. Такую вот музыку я слушаю. Наутилус слушаю. На концерт Ленинград круто. Возьми меня с собой. А где концерт? В Москве. Я в Москву поеду в сентябре. Дочь самурая, заебись. Я дочь самурая.
Я дочь самурая. Какие люди без охраны. Но подсветка пропала. Давно не виделись. Не виделись давно. Очень давно не виделись. Собственно. Что нового? Бетло? Не, не надо. Сука. С бардаком не общаешься, нет. Да. Если же в GTA, что еще не буду биться. Так это, как ваши дела, в принципе? То, что я зашел в перископ, короче, и сижу играю. Ну, молчите просто, поэтому я играю. Никто ничего не спрашивает. Ну что, есть секретный вопрос, когда? Ну давай. Франклин надо играть самый четкий. Вот я сейчас ему играю Франклином, точнее. А, какой вопрос давай? Вейпер, секель. Блять, Димон, как всегда, давай поговорим уже о секелях. Ну давай, мы только получили табеля, и у нее погнали секеля. Война будет не круто как-то. Фух, старик, я тебе больше скажу, в Киеве такой же движ ходит. Мы тут все вообще охуевшие на ушах. Где она будет, только хуй пойми. У нас-то точно ее не будет. Дебилизм. Не знаю, что они валили в сеть. Бля, я думал, там серьезный вопрос какой-то, какую-то хуйню спросил. Я откуда знаю? Не знаю. Что, война в Киеве? Да в Киеве ничего не будет, никакой войны. Просто будет мобилизация, скорее всего, забирать будут туда воевать. $100 стоит. Не хочу показаться каким-то таким... Не таким, в общем. Но. Короче, давайте закроем тему. Я не понимаю уже, если честно, кто за что воюет и что вообще происходит. Я уже вообще нихуя не понимаю. Вот честно, вообще нихуя не понимаю. Что происходит, кто воюет, блядь, за что нахуй. Этот Донецк проебанный уже давным-давно, нахуй никому не надо. Птаха говорил, значит, все будет. Раз Птаха говорил. Мне повестка не приходила. Когда новые треки, я хуй знает, сам не знаю. Че, какие треки? Какие треки? Какой рэп, блядь? Какой рэп? У пацанов контракты горят, он будет рэп. Объект сдавать пора, блин. Я напился таблеток успокоительных, и все равно нихуя не помогает, все равно спать не хочу, пиздец. Какой ты пиздец. Грязное белье. На мне сейчас грязное белье. Или что? Ты пошел воевать? Ня. Вот, говорю честно, как есть. Я же говорю, ну, нужно понимать, за что ты воюешь. Я не понимаю, за что они воюют. Ну, там. Меня это не касается, моего города тоже. Люди, которые жили в этих городах, они съебываются в мой город. К
Какого хуя я в своем городе, а они съебываются в мой, должен идти воевать за их город? Ну так, а тебя там кто-то снял? Тебя там кто-то снял, нас с поезда снимает мусор, наверное. Я не знаю уже. Короче, все это хуйня. Давайте. Я пойду воевать, только если пойдет Миша Крупин воевать. Вот с Крупиным пойду воевать, в засаде будем сидеть вдвоем, вейпить. Я буду его целовать в щеки в эти моменты. И писать песни про то, как меня бросила Бикса. А он будет прикрывать мою спину. Сколько было давно этой крови. Блять, нахуй я это вслух прочитал. Я тебе больше скажу, Димон. Всем я педалю о том, что эта кровать новая. Пока здесь 14 человек, можно открыть правду. Всем я говорю, что эта кровать новая и куплена недавно. И что я сам на ней еще не так уж и давно сплю. А дабы матрас не выглядел типа каким-то выемками, я его просто переворачиваю каждый день. Туда не приляг. Да, она нормально не гонит, а чего? Строки пишу в заметке телефона. Собственно, вот так. Так, братва. Всем, короче, спокойной ночи. Мне с дамочкой сразу созвониться нужно с одной. Поэтому всех вас обнимаю. Люблю, целую, там вся хуйня. Чпоки. Чмоки, хуёки.